Самый первый клуб в поселке Агролес был построен в 1956 году. Не проработав и 10 лет, он сгорел. В 1963 построили новый, но в 2010 его постигла та же участь. На этот раз возгорание было небольшим, огонь пощадил само здание, повредив лишь часть крыши и сцену. Но последствия от того пожара ощущались целых 9 лет. Дожди и снег сделали свое коварное дело. Очаг культуры в Агролесе не просто погас, он пришел в полную негодность. Возрождение началось в 2019 году. Восстановление клуба в поселке Агролес после долгого простоя началось в прошлом году. Старый шифер поменяли на металлическую кровлю. Новая крыша благополучно выдержала испытания дождем и снегом. Нынешней весной стало понятно – работу надо продолжать. Чтобы найти средства, администрация Мичуринского сельсовета подала заявку в Министерство региональной политики Новосибирской области на участие в конкурсе социально значимых проектов и получила грант на сумму 500 тысяч рублей. На эти деньги отремонтировали пол и потолок, сделали внутреннюю отделку зрителей зала, заменили электропроводку. Полностью была проведена пожарная сигнализация, обычная охранная сигнализация, светодиодное освещение. Батареи мы оставили старые, мы просто их отмыли, покрасили белой краской и, по-моему, совершенно прилично они смотрятся. А вот старые окна совсем уже не смотрятся. Более того, очень портят фасад здания. Чтобы найти средства на их замену, решили организовать в поселке территориальное общественное самоуправление и принять участие в конкурсе социально значимых проектов. В итоге из районного бюджета на замену всех 6 окон был выделен грант на сумму 78 тысяч рублей. Здесь все пусто вообще. Здесь все пусто. Забито пакли только здесь и здесь. А здесь все пусто. После замены окон подрядчик приступит к наружным работам по отделке здания. Обещает управиться к началу июля. Главное, чтобы погода позволила это сделать. А все жители тем временем уже с нетерпением ждут открытия клуба. Культработники готовят большую концертную программу.